Мы продолжаем выпуск. В Караганде в дорожно-транспортном происшествии погиб полицейский. Он старался избежать столкновения с пешеходом, который нарушил правила перехода проезжей части. 26-летний водитель полка патрульной полиции управления внутренних дел Караганды ехал на машине Hyundai на службу. На улице Ермекова, напротив здания УВД Караганды, он увидел пешехода, который выскочил на проезжую часть в неустановленном месте. Чтобы избежать рокового столкновения с пешеходом, водитель резко повернул налево и, не справившись с управлением, врезался в дерево. С переломом основания черепа, ушибом головного мозга и закрытым переломом предплечья полицейский был доставлен в клинику имени Макажанова, но на следующий день от полученных травм скончался. Спасшийся же пешеход скрылся с места происшествия. По данному факту проводится расследование. Именно на этом месте наш сотрудник Миних Андрей Александрович погиб по вине пешеходов. Он у нас работал год, и за этот год он показал себя с лучшей стороны, как добросовестный сотрудник, как исполнительный сотрудник. Вот последнюю аттестацию он, неочередную аттестацию сдал на отлично. И мы последний путь проводили его всем личным составом полка патрульной полиции в УВД города Караганды в Жанаркинский район, где он родился и вырос. Андрей Миних хотел на свой день рождения 3 октября познакомить свою мать с невестой, но планам молодого человека было не суждено сбыться. Пешеход же скрылся с места происшествия, даже не попытавшись оказать помощь пострадавшему. Сергей Высокосов, 1 Карагандинский.